Я прям вот с этого, с края вот так сделал. Считай, два шага туда я сделал. Ну его нафиг, сегодня хотя бы на этом остановиться. Потерял баланс в прыжке. Потому что слишком напряжен. Вот он. Одной ногой ее пропрыгать. Во, вот одной ногой тренируют. Одной ногой легче, нет? Не, наоборот, тренируют очень. Берешь мало, но очень тренируют. Координацию, да? Координацию очень тренируют. Потому что я слишком разогнутый делаю, я не могу, надо вот согнутым делать, чтобы распружиниваться, что я как палка начинаю. Согнутым надо делать, все, я понял. Давай, вот отсюда это будет прям вообще все. Все, я понял свою ошибку. Я начинал всегда прямым делом. Еще разочек без закрепления.
Даже подальше возьмем теперь уже. Прям с края. Вот. Это очень красиво получилось. Там так, знаешь, плавно. Фу, вообще четко. Я просто люблю, мне когда кто-нибудь смотрит, я не знаю, мотивирует. А-а-а. Я, может, вам надоедаю, а смотрите, кажется, не, что я какой-то... Не, я наоборот думаю, что когда вот смотришь, ты это как бы напряженно. Нет, мне просто нравится, когда вы скажете молодец. Для меня это еще добавляет плюс. А некоторые наоборот не любят, когда на них смотрят. Получается. Четко вообще. Ну да, хорошо. Ты приземляешься сейчас вот минуту, да? А ноги, потому что когда болят, а-а-а, я руку использую, как третью ногу. О! О, молодец! Вообще отлично! На этой ноге похуже. Вот это лучше у тебя нога тянет. А была хуже, я ей сегодня внимание. Ну-ка еще раз попробуй. Вот этой ногой. Нет, вот, вот этой, которой хуже получилось. Во, так, о, о, во, молодец. Снимайте, снимайте. Снимаю. Молодец. И раз, два. Блин, не смогу. Хотел вот это, да? Пистолетик? Хотел вот с этой сюда. А. Что-то не понял, куда плечо там приземлять. Ты красиво, только беги. Supposed to be about, baby. Can't free up your vibe and stop acting crazy. Reminisce on all the good times daily. Why you trying to pose like I be acting shady? What's that supposed to be about, baby? Can't free up your vibe and stop acting crazy. Trying to fall, I give it a good loving daily. Now you trying to pose like I be acting shady. You say you love me. Мимо сделал. Как это так? Ты на плечо пришел, а вот сюда вообще.
Alright. Давняя моя мечта — кувыркнуться вот по этой трубе. Вообще по трубе какой-нибудь. И вот так слететь вниз, как вот по этой. Непонятно, куда тут плечо ложится. И как вообще? Нужно попробовать. В прошлый раз было очень страшно. Да. 1.2 метра высота, блин. На спину шел тухнуть с 2 метров. Или сначала вот это опробую. Вот этот прыжочек надо опробовать для начала. В общем, сложность прыжка заключается в том, что она криво находится по отношению с отталкивающей опорой. Здесь получается угол идет 45 градусов. Вот так вот это выглядит отсюда. Нифига не дает. Не, надо ли разбиваться или делать? Я не знаю, блин, достала эта фигня, блин. Что это за страх такой, а? Уау! Шаг. И раз. И два. И три. Есть! Фух. Такая херня легкая, блин. Как же ее страшно делать. Ну что ж, надо закрепить, раз это настолько легко было. Рили, больше страх был. Так, идешь и... Вау! Шаг. Опа-на, далеко взял. Шаг. Вот он, шаг. И раз, и два, и три.
Фу, как-никак получилось что-то.